пятницу что-то как-то движуха какая-то была больше, всю неделю тише было. А в прошлую пятницу какой-то кипиш, и вот сейчас опять что-то какое-то немало машин, я бы сказала, для карантина. Сейчас тут это стекло, что ли, поднимет, раз не будет. Интересно, кто-нибудь из бомжей заболел коронавирусом? Из наркоманов где-то. Что я там вам что-то плохое желаю. Просто вот интересно. Или у них такой симбиоз бактерий, что там они отбили этот коронавирус. И не дали им прижиться на это, на эпителии. Конкуренция большая, но. Я не знаю, может тебе тут свернуть на 76-ю, на это объехать, туда выехать, чем через кем. Ну смотри, сам большой. Просто чтобы там на повороте не стоять, надо стрелка. Ходить на работу, Настя в школу, все как обычно. Она сейчас это, когда все снимется, люди наверное, и на курорты поедут и сразу ринутся, кто и вообще все. Может быть, действительно так. Сама природа делает, чтобы люди что-то переоценили, подумали, что важно, а что нет. Чего тиф ходил, испанка, ну, это была? Кто его знает. Ну а тут тоже так вот развернулось. Вроде начиналась шатковалка хила, вроде все не это, а так вот вообще весь мир. Просто реально весь мир. Если, и даже Индия, та, которая вроде бы это везде, везде, в каждой стране. Что-то про Австралию не слышно, ну там тоже, да? Везде это, и в Новой Зеландии все это. Я говорю, вся страна, вся весь земной шар. Просто сейчас еще экономические последствия будут долго еще только все это будет сказываться.
что есть опыт, уже какие-то знания, какие-то технологии, все это, если правильно этим пользоваться, все восстановится. Перегрузка максимальный пик, могут просто не справиться. Не, ну их нахуй, вот смотри, они стоят из самого дальнего угла. Надо вечером ехать. Я не поеду, я что-то разворачиваюсь. У меня сыр есть. Ну, записали, что типа до трех не ездите самый пик. Вот как раз полтретий. Типа в пять уже едете, никого нет. Смотри, сколько они еще туда стоят. О-о-о-о-о. Тогда меньше было. Ну вот и получается, что потому что писали, там переписываются девки в группе. Посоветуйте, куда ехать, что где, во сколько. И вот так и было, что 2-3 типа в Костко не надо ехать, самый пик. Ну, с утра и вот. Вон они все стоят. Типа в 5 едете или перед закрытием никого нет. Даже чтобы зайти, говорит, не стоишь в очереди. Потому что мандусы там из-под полы приходят, тренируются.